парк имени 50-летия советской власти стал сосредоточением жизни. Горожане провожали зиму. Поддержать многолетнюю традицию приходили семьями и шумными компаниями друзей. Да и детворе было полное раздолье. Песни, танцы, конкурсы, интерактивные игры. И если солнышко в этот день не особо баловало, то тепло общения согревало точно. Масленичные гуляния богаты на угощения. Помимо горячих блинов, горожан радовали самые различные явства. Недаром же на Руси говорили: последний рубль оставь, а масленицу справь. Впереди Великий пост, так что угощайся вдоволь да впрок. Любителей народного творчества ожидали сюрпризы на ремесленной ярмарке, раскинувшейся на аллее парка. Изделия из бисера, кожи, глины, деревянные свистульки, берестяные картины. Все, чем когда-то славился мастеровой умелый народ, на радость празднующим. Для самых горячих да азартных, как и положено, в Масленицу была возможность посостязаться в смелости и ловкости. В полдень в центре внимания муромцев оказался масленичный столб. Покорившим вершину смельчакам доставались в награду полезные в хозяйстве призы и заряд бодрости на необозримое количество времени. Ну а согласно старой традиции на Руси, апогеем праздника стало сжигание чучела масленицы. Елена Петрова, Николай Молоденов, Муромский «Меридиан».